Всем привет! Как думаете, сколько может стоить такая чашечка с блюдцем Шанель? 100 тысяч, 200, миллион. А мне пофигу. А? Хотите еще? На! Но у меня есть еще одна такая. Хотите ее выиграть? Досмотрите выпуск до конца, и кружечка Шанель будет ваша. Погнали! Так, ребятки, для начала подпишитесь, пожалуйста, на этот канал. Вот прямо сейчас я жду. Да, а теперь нажмите на колокольчик. Нажимайте, чтобы не пропустить новые выпуски этого блога. Я надеюсь, что все, кто хотел, уже нажал. Так что пойдем. Сейчас вам такое покажу, вы никогда этого еще не видели. Мало кто знает, но у самых крутых фэшн-брендов, таких как Dior, Chanel, Gucci, есть не только одежда, но и товары для дома, даже обои. Dolce & Gabbana делает вот такие кофемашины, миксеры и холодильники с ручной росписью. У Armani есть диваны, кровати и светильники, а Louis Vuitton, конечно, сделал золотой унитаз. А это посуда Versace. Досмотрите выпуск до конца, я покажу вам много красоты. Хотя официально 90% такой посуды и мебели в России не продается. На это на первый взгляд так кажется. Где наша пропадала? Мы открываем Авито и находим там чашечку Шанель за 1000 рублей. Вместе даже с блюдцем. Представляете, какая красота? Набор такой стоит 2000 рублей за две чашечки с двумя блюдцами. Интересно. Давайте купим. Абонент недоступен. Оставьте сообщение после сигнала. А как же мои чашечки Шанель? Еще раз. Алло, здравствуйте, я увидела ваши чашечки Шанель прекрасные на сайте. Скажите, пожалуйста, можно ли их купить? Да, конечно. А подскажите, пожалуйста, они, ну, какого производства? Японии, по-моему, что-то вот такое. Могу ли я сегодня, вот, допустим, в обед как-то вот подъехать куда-то, где-то их забрать? Ой, вы знаете, это МЦК Нижегородская. Хорошо, спасибо. Да, пожалуйста. Нет, минут 10 назад. Да? Откуда они у вас? Вы знаете, это коллекция. Да? Вы смотрите, я вот так вот сделала, вы тогда доставайте, глядите. А это ваш домашний или вам дарили, или как? Вы знаете, вообще дарили. Дарили? Ну, в постоянном использовании его не было. Как бы поставили две чашки, остальные лежали. Ну, а сейчас думаю, что они вот как бы неиспользуемые и лежат. Да, прикольные. Это не подделка, не какая-то там китайская, вот бывают там подпольные всякие непонятные производства, это нет. Все хорошо, я посмотрела, нет никаких сколов. Да, все хорошо. Нет, сколов нет, и им даже не пользовались. Все, спасибо вам огромное. И вам спасибо. До свидания. Так, ну все, теперь мы едем в магазин, в котором продаются настоящие тарелочки и кружечки брендовые. Покажем там специалисту и спросим, насколько это похоже на настоящую посуду. Хотя, да, действительно есть какая-то эмблема. Но мне она ни о чем не говорит, там не написано Шанель. Зато он какую мне эту дали. Пакетик. А обертка Dior. Короче, гремучая смесь. В общем, с этой красотой я пришла к Ане, эксперту дома фарфора. Сейчас мы поймем, насколько же все-таки это настоящее? Слушайте, ну вообще очень странно, что здесь нет клейма, что это реально Шанель. Здесь просто написано, что это Япония. А вот здесь стык. Да, стык. Это просто наклейка. Наклейка? Да. А обычно на фарфоре что? Платина, золото наносится вручную кисточкой. На сколько процентов это натуралочка? На один. Скорее, кажется, на ноль. Потому что, знаете, я на самом деле гуглила. Нет, ну знак-то похож. Знак похож. 1% есть. Но я гуглила и поняла, что Шанель вообще посуду не выпускает. Представляете? Зато в этом магазине в Москве продается настоящая посуда Versace. Прогуляемся в мир лакшери. $360 000? Сервис. Серьезно? Вот это вот в 360 раз дороже, чем вот это. Вот есть такая маленькая кружечка у Versace какая-нибудь? Сравнить. Мы можем взять обычную кружку. Ага. Здесь черным по белому написано, что это реально Versace. Сейчас мы снимем, может быть, этикеточку.
Давайте вот так. Везде этики. Ага. Это Versace. Ну-ка, давайте сравним. Крышечку возьмем. Настоящий фарфор Versace, видите? И очень примитивно похожий орнамент. Ну и качество. Сама ручка, она очень аккуратно прокрашена. То есть здесь нет никаких ни белых пробелов. А здесь вот прям такое переводнушка дешевая, да, татушка, как да, в детстве мы на руки лепили. Ну вот примерно такого же типа. Когда руки один раз помыла, она уже начинает стираться. Versace кружечка, она легче и больше, чем вот это. Это меньше, но тяжелее. Ну, насколько я понимаю, толстую сделать легче, чем тонкую. Вот как выглядит дешевка, которая хочет казаться лакшери телочкой. Я думаю, это лучшее место, где побывала эта кружечка. А их кто-нибудь ест? Да, конечно, едят. Очень любят Versace. Борщичка, наверное, сюда обедом, да? Именно с золотых чашек, золотых тарелок. А это золото, да, прям? Золото. Че, как думаете, вкуснее борщик из такой супницы за 300 тысяч? Нет, за 738! Таких сервизов всего в мире 25 штук, и все. Ну, конечно, сколько это стоит, хочется узнать. 261 297 рублей. А помнишь, в обзоре квартиры с вас сделал? Ты это не снял? Зачем ты это снял? Тихо, выключай. Я просто не стала при Анне это говорить. Да, но я в одном из прошлых выпусков разбила вазу. У вас такой большой магазин, наверняка кто-то из посетителей разбивает такие дорогущие кружки, чашки. И что будет тогда? Ну, мы берем с них объяснительные. Ну, то есть, в принципе... Что они сделали, это не намеренно. В принципе, да, мы страхуем все свое имущество. А вы сами разбивали когда-нибудь? Конечно. Серьезно? А что вы разбили? Ну, мы самое работаем дорогое? Бокалы, мы били, чашки били. Ну, самое дорогое, я недавно чашу за 22 тысячи разбила. Из премии вычли? Нет, нет. Щадят нас. Ты представляешь? Так вот взять просто. Парень бросил вот так вот. На! Потом объяснение. Я не намерена. Есть камеры, все под большим братом. Все видят. О, вау. Прикольно, да? Рожа. Это медуза. 40 тысяч. Рэперы же поют постоянно про Гуччи. Может им предложить урну с прахом Versace? На самом деле это ваза для цветов. Но дизайн такой, что... Ой, мамочки, прям на камин ставь и крышечкой так прикрывай и поздравляй бабушку с каждым Новым годом потом. Это ваза, да? Господи, напольная ваза Versace. Сколько? 650 тысяч. 650 тысяч рублей. Я ваза. Я не знаю, как у вас там на видео, но в жизни это очень красиво. Это просто рай перфекциониста. Все так идеально выверено, прорисовано, такие цвета, блестит. Все так четко, геометрично, прям как я люблю. Это действительно очень красиво и выглядит очень дорого. Ну, как бы, надо же что-нибудь и в противовес сказать, чтобы это выглядело не однобоко. Если вы вдруг хотите купить такую посуду ради инвестиций, чтобы потом продать подороже, то это плохая идея. Изделия фэшн-брендов коллекционерами не ценятся. Вкладывайте свои миллионы в посуду старинных европейских мануфактур, например, вот в такой сервиз. Или такую статую гуся за 1 600 000. Это супер элитный фарфор. Когда имеешь дорогую вещь, сразу чувствуешь, я молодец, я заслужил, я заработал. Посмотрите, как должна правильно быть оформлена такая посуда. Она должна быть в коробке, обязательно с сертификатом, что это настоящая посуда. Естественно, никаких сколов, никаких пупырышек. Все идеально. Вот так вот, ребятки, такой лакшери-выпуск у нас сегодня получился. А теперь конкурс, который я обещала. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваше предложение, что такого нестандартного, самого интересного можно сделать с кружечкой Шанель, ну, кроме того, как ее разбить. Автор самого интересного варианта
получит в подарок эту самую крышечку Шанель и может воплотить свои желания в реальность. Я буду очень рада, если вы еще и запишете это на видео, пришлете нам, мы вообще это покажем всему ютубчику. Жмите колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски этого блога. Это супер важно. А также жмите лайк, подписывайтесь на канал. Я вас люблю. Отдыхайте, получайте удовольствие, смотрите наш канал и ждите новых выпусков. Меня, как всегда, зовут Майя Лудкова. Увидимся когда-нибудь. Все зависит от вас.